Уже с утра светило солнце, друзья. Это Balcony TV, это Россия, это Саратов, это ночь на наших часах. Очень поздно, но самое время для того, чтобы здесь, на крыше бизнес-центра «Ковчег», встретить наших друзей, наших гостей, группу The Band. Встречаем! Я с надеждой гляжу, но вокруг никого. Я мечтаю о встрече с полком ПВО. Остается кричать, словно раненый стерх. Мне так хочется вниз, но меня тянет вверх. Подо мною земная раскинулась ширь. Отпусти меня, мыльный пузырь. Отпусти меня, мыльный пузырь. У меня на земле много брошенных дел. Кто мне скажет, зачем я так долго худел? Пригодился сейчас бы мне сброшенный жир. Я тут пленник, ребята, а не пассажир. Не пилот, не десантник и не богатырь. Отпусти меня, мыльный пузырь. Отпусти меня, мыльный пузырь. Так долго худел, что однажды взлетел. Я на ось земли сяду, как гусь навертел. Кто я вам, Винни-Пух? Олимпийский медведь. Чтобы невесть куда без обеда лететь. Мать-земля мне объятья, скорей растопырь. Отпусти меня, мыльный пузырь. Отпусти меня, мыльный пузырь. Дамы и господа, соло на воображаемой трубе. Россия, Саратов, у нас в гостях группа The Band. Привет, ребята! Круто вообще, очень замечательная такая позитивная песня. Я хочу первый вопрос задать, почему мыльный пузырь вас захватил? Какой тут глубокий философский смысл? А на самом деле глубокого философского смысла нет. Очень часто людей охватывает состояние восторга, какого-то чуда, которое переливается радужными цветами, как мыльный пузырь, а человек не понимает, что вот с ним наконец-то что-то произошло, что он вырывается из своей обыденной жизни, и вот она наступает новая жизнь. Как реагирует человек? Он что, радуется? Он говорит: «Люди, у меня новая жизнь!» Нет, он пытается вернуться назад. Он кричит: «Заберите от меня это счастье! Заберите от меня это чудо! Отпусти меня, мыльный пузырь! Я хочу на землю работать в офисе и снимать телешоу на балконе».
Вот, видите, как глубокий смысл. Я не понял, но я надеюсь, вы поняли, друзья. Но я так понимаю, что нужно познакомиться с этими глубокими музыкальными философами. Познакомьте нас со своим коллективом. Вас ровно 6 человек. Нет, нас ровно 7. 7. А, Ганыч болеет. Значит. Ганыч, выздоравливай. Да. Да. Справа налево. Герцог, Абу, Саша А, Кирилл, Боныч, Саша Н. И Ганыч болеет, очень жалко, что он сегодня к нам не выбрался. Басист. Есть еще басист. Но это пока, да, он находится в глубоком секрете, он в секретном отпуске. Секретный басист, вот такая вот небольшая интрига, но главное, Ганыч выздоравливай. Сколько уже у группы The Band композиций есть авторских? Мы сейчас вводим нового басиста, и у него поставлена нерешенная задача. Он должен за 4 месяца ближайших подобрать 60 вещей. 60 уже накопилось у вас. Как давно вы существуете на музыкальной арене? Очень спорный вопрос. Мы не можем вспомнить. Мы образовались не то в 99-м, не то в 2004-м. И поэтому нам в 2010 году мы отмечали юбилейным концертом не то 5, не то 10 лет. Поэтому мы объединили. 5-10. И у нас мы отмечали свое 5-10-летие. 50, если поэтому говорить. Поэтому сейчас нам, наверное, 52, почти 53 года. Возраст. 58. Лучший возраст. Больше полвека уже на всех вместе взятых. Я хочу спросить у вас, какие уже концертные площадки вы посетили, где выступали, раз у вас был уже сольный концерт. Какими достижениями вы действительно можете гордиться? Мы были на Груше, мы записали 3 альбома, мы катаемся на наш любимый фестиваль «Время колокольчиков», мы оттоптали своим присутствием почти все концертные площадки Саратова, кроме Ленинграда и Кадиллака, да? И где еще мы не были? Они новые, потому что вот и не были. Будет время, заезжайте, выступайте. У них очень маленькие сцены, а нас очень много. Мы там у вас еще и басист, которого никто не видел, и еще... Ганыч, да. Ганыч, выздоравливай.